Красноярцев ждет жаркая и дождливая неделя. Во вторник и среду днем синоптики обещают 27 градусов, ночью плюс 16. В четверг ночная температура будет такой же, а днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В пятницу плюс 29. В выходные тоже будет жарко, правда, пройдет дождь, возможны грозы. В субботу 28 градусов тепла, в воскресенье плюс 26. В северных районах края, на юге Таймыра, дожди ожидаются только в начале недели. В дальнейшем преимущественно без осадков. Температура в среднем в ночные часы 5-10 градусов, максимальная температура днем 15-20. В Туруханском районе и Ивенки местами пройдут дожди с грозами. Температура в ночные часы от 10 до 15 градусов, максимальная температура днем в Туруханском районе 23-28, по северу 15-20, в Ивенки 28-30 градусов и по северу 17-22.